Всем привет, с вами Игорь. Сегодня я вам покажу свою школу. Вот, смотрите. И еще, сейчас мама на моем канале будет сейчас выкладывать. И нам дали, нам в школе дали, знаете что? Не первый раз. Нам просто так дают печенье и сок, да? Забрала Никанорчика со школы, и нам вот дали, всем детям дали по пачечке сока и по упаковочке печенья. Домой дают всегда что-то, да, Сина? Йогурт дают, то еще там бананчики, все такое. Это как полдник, что ли. В общем, вкусненьким. Побаловать. Когда мы выходили, там эти сидят, чтобы открывать дверь, и нам дали банан, такая просто миска достает, а я беру. Смотрите, идем по такой улочке прикольной, такой переулочек. Всем привет, с вами Игорь. Сегодня я. Не лезь, пожалуйста. Здесь кофе. Здесь, кстати, много где таких кафешек уличных я видела. Глянь, какой это, как танк. Смотри, танк стоит на улице. И дом. Там не разваленный дом. Там, видишь, рушится, и там реконструируют его, этот дом. В нем может кто-то жить. В этом доме? Гляньте, как прикольно сделано. Смотри, как елочки красиво понасажали. Мне нравится ходить по такой дороге. Кафешек полно. Глянь, какие камни. Украшение какое на витрине. Смотри, какие камни. Ого, наверное, фоткай. Драгоценности какие-то. Фоткай. Здесь камни. Мамуля, сфоткай. Любит же кто-то. Такие. Какие красивые. Кольца, сережки. Такие украшения, конечно, на любителя. Я как-то такое... Не знаю. Я не представляю такой булыжник повесить себе на шею. Ой-ой-ой. А это браслеты, представляете, вот это вот? Смотрите, какие браслеты. Да, пошли, Зай. Девочки, смотрите, как интересно фонтаны сделаны. Прям без ограждения, без ничего. Такие лавочки здесь. Глянь, какие лавочки. Лавочки прикольные, да? Смотрите, никакого ограждения, а здесь, видать, вечером подсветка. Очень хорошо. Можно. Красота. У нас сегодня прохладно достаточно, но, в принципе, для прогулки отличное время. Не лезь, не намочись. В принципе, вода сюда и не брызгает. Смотри аккуратно. А там вот целая улица. Там кафешек. Видите? Всяких. Кафетерий. Блин, как красиво. Я не могу. Люблю фонтаны. И мне вот нравится, что нет вот ограждения, да? Можно так, смотрите, по периметру сидеть. Опа! Красота! Да? Бомжи. Тут тоже есть бомжи, вон сидят. Смотри. Красота. Последовательно. Такая чудесная погодка. Мы решили после школы прогуляться. Шли, особо города не знаю, шли, куда глаза глядят. И нашли, смотрите, такую площадку детскую прикольную. Не знаю, что это. Это, наверное,
заниматься больше. Что? Горка? А что ты по трубе вон залазь, иди. Итак, вот мы уже почти месяц отучились в школе. В принципе, дела обстоят хорошо. Уже знает сынулька несколько слов. Также считать может до 20, но считаю я с ним. Вот, и уже есть у него друзья поляки. В принципе, адаптировались мы хорошо. То, что я, ну, переживала за это. Думала, как он будет, ну, как он себя там чувствовать будет в школе. Все-таки язык не знает, все чужое. Но нет, все отлично. Этот месяц прошел, в принципе, замечательно. Что касается меня без работы, то мне график не подходит, ну и как бы... В общем, пока я сижу дома, не работаю. Ну и что, залазь, залазь. А что ты по горке? Вот. Гляньте, какая интересная горка. Вот. И вот такие качельки. И здесь везде, вот я заметила на площадках детских, вот такие мягкие, не знаю, как они, покрытие такое мягкое. Ну, для деток очень даже, да, удобно, что такое покрытие. Вот. Так что мы сейчас еще погуляем. Ой, погодка замечательная. Наверное, последние теплые деньки. Смотрю, там тоже площадка. И вон площадка. Ну, то может быть школа или садики. Ну, в общем, не знаю. А, пришли. Возле Galaxy сейчас стоим. О, вон тут, вот видите, большой магазин Galaxy. Там и Ашан, там много, в принципе, магазинов. Вот, брендовых. Мы потом как-нибудь зайдем туда, покажем вам. Какой там... какой там гипермаркет, торговый центр. Там вот много всяких там из Zara. Там есть еще, по-моему, Гуэс. Что? Кроп? Не, мы туда не пойдем. Ага, стоим, разбираемся тут, смотрим. Смотри. На прокат вот велосипеды. Да, да. И ну, тут... Или... А можно на один или на два? Нет, тут или... все вот указано, как можно взять. Вот тут, наверное, карточку какую-то. Но номер телефона и пин, виднейшн, ровер и есть. В общем, карточка, наверное, я думаю, нужно купить специальную какую-то карту. Вот она. 20 минут стоит 20 злотых. Так что ли? В общем, надо будет разобраться. Вот так вот велосипеды. И, кстати, вот здесь очень много прокатных велосипедов. Ой, девочки, смотрите, какое дерево желтое. Главное, это зеленое стоит. Да, здесь вообще такие листики желтые, красиво. Гуляли, гуляли и нашли еще фонтаны. Здесь, кстати, много фонтанов. Мама. Знаете, как красиво. Посмотрите, какую я маме дарю блестяшку. Блестящая. Блестящая блестяшка. Давай. Да. Да, что? Это ресторан, кафе. Знаете, какой фонтанчик красивый. Ну. Я обожаю такую погоду. Итак, мы ходим со школы. Гуляем. Потихонечку узнаю город. Смотрите, какое дерево, да? Вообще супер. Такая золотая осень. Ну не надо, вода холодная. Ботинки мои. Вот уже чуть-чуть. Пошли. Как красиво. Смотри, как красиво. А вон те вот фонтанчики маленькие, они там с подсветкой. Блестят.
Да, конечно, Щепкино очень красивый город. Вот, много чего интересного. Смотрите, двойняшки или близняшки, детки. Я, кстати, хочу сказать, что здесь очень много вижу детей, близняшек или двойняшек. Не знаю, с чем это связано, почему. У нас как бы редко увидишь, да, двойную коляску. А здесь нет, здесь очень много видела уже. Пошли. Идем. Спасибо. Да, ну это такой, видите, мини-парк. Здесь вот лавочки. Ой, какие лавочки прикольные. Лавочки обложены плиткой, наверное. Что это? Да, плиткой. Ага, прикольно. Смотри, как красиво, да, в кустиках. Вот так вот мы гуляем. Смотрите, это наш двор, где мы живем. Вот. Знаете, какой петушок. Не знаю, что он обозначает. Вот. И вот это здание, не пойму тоже, что это. Петушок. А вот. А в этом здании там стоят кровати, диваны, кресла. В общем, не знаю, ощущение, как кинотеатр вот раньше был, знаете. Ну, вот дом. Дом четырехэтажный. Это мы зашли, так называется, в общем, двор, в принципе. Здесь тихо, так спокойно во дворе. Пошли, зай. Все, здесь мы и живем. Сейчас пойдем домой. Вот. Добро. Девочка-соседка. Девочки, посмотрите, какое красивое небо. Здесь главное голубое, а там, смотрите, обалдеть. Вот только что вот здесь вот я училась ездить на машине. И Никанор. Да, и Никанор. Все, всем хорошего вечера. Знаете, как красиво. Обалдеть. После мамы рулить. Zapłacić kartą, bo gotówki jak zwykle nie mam. Oczywiście mam już terminal i nie muszę klientom niczego odmawiać. To proszę do terminalu Polska bezgotówkowa. Sięgnij po darmowy terminal i nie trać klientów chcących płacić kartą. Szczegóły na polskabezgotówkowa.pl. Polska bezgotówkowa. Wygoda dla ciebie i twoich klientów. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? To wątroba, więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciłem pani ProLiver. Dokładnie, suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga.